Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, пошли на ежедневки. Посмотрим, что у нас тут. Нанесите 20 единиц урона героям-бабах. Выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Нанесите 20 единиц урона героям-профессор мозговая атака. Окей. Ну что, начнем, наверное, с бабаха. Нанесите 20 единиц урона героям бабах. Поехали. Бабах, значит. Блин, я уже 300 лет не играл за бабаха. Я даже... Я сейчас и не вспомню, что у нас тут за... Ага. Так, ну допустим. Так, стоит ли нам что-нибудь еще тут такого брать? Груша. Груша, я думаю, нам не нужна. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Я не понимаю, зачем мне здесь грибная поляна. Не, серьезно, зачем я ее взял? Странно. Удалим грибную поляну. Я думаю, что здесь лучше взять, наверное, крахмал. Ладно, попробуем. Нам нанести, тем более, нужно не 20 единиц урона, а там, по-моему, всего лишь 5 или 6 единиц. Сейчас посмотрим, кто нам выпадет. Так, будем играть против разгрома. Ну что ж, серьезный противник. Мне бы что-нибудь попроще, если честно. Ну, давай так, пойдем. Первого хода, к сожалению, у меня нету. Поэтому я тоже пропускаю ход. Кактус. Так, вот этот вопрос, конечно, интересный. Что он может сделать? Я не знаю, ребята. Поставлю вот так. Он может его, конечно, усилить. Он делает рикошет. Делай его. У меня есть ананасовая бомба. Я так и думал, что он его поставит. Ага. Вот так вот он сделал, хорошо. Так, с этим тоже нужно будет сейчас заняться как-то. Он ставит безумие. Окей. Ну что я могу сказать? Безумие так безумие. Я не знаю, есть ли у него... Сейчас проверим. Угу. Вот что он выставляет. Рискованно, конечно, но я попробую, ребят. Я попробую сделать так и попробую сделать вот так. Замечательно. Возможно, он берет ягоду. Он берет дополнительную энергию. Так, ну что, у нас хорошо получается довольно-таки. Уничтожаем с тобой этого поваренка. Теперь это для него головная боль. Да? Все, он сдался. Не выдержал он головной боли, как ты понимаешь. Поэтому и спекся. Да, мы выполнили это задание, ребята. Получаю с вами кристаллы. Так, выиграйте игру мозговитым зомби-героем. По-моему, мозговая атака профессора, это идет тоже как мозговитый. Давай тогда за него сразу и начнем играть. Так, профессор, мозговая атака, ты где? Вот он. Давай посмотрим, что здесь за колода такая у него находится. Так, очень-очень интересно. Непонятно на самом деле, но интересно.
Какая-то экспериментальная у меня колода, что ли, была. Я, наверное, сделаю кое-что. Вот этого можно было бы как-то воткнуть. Я думаю, он бы сюда уместился. Вот это, наверное, убрать. А вот это вот, наоборот, взять. Четыре вот этих. Зачем столько много? Ладно, ребят, оставляем все как есть. Поехали, попробуем. Не знаю, что у нас из этого получится. Я надеюсь, что-нибудь сработает. И играем мы против Бабаха. Окей. Но мне кажется, если я поставлю этого, он его 100% либо минкой подорвет. А давай. Ну, я рискну, ребят. Я рискну, проверим. Он может... Ох ты. Это прям нежданчик, если честно, для меня. Что-то я такого расклада не ожидал. Буду честным. Что-то новенькое. 45 уровень. Это не могла быть ошибка у него. Сейчас глянем. В первый раз вижу бабаха, чтобы играл бабах на грибах. Ну-ка. Так, поехали. Угу. Вот так у нас тут получается все. Такс, ну что? Попробуем замутить. Окей. Что предпримет бабах? Вот он какой, да? Хитрец. Вот он какой хитрец. Хочет подбить. Ну, я-то уничтожу этот росточек однозначно. Потому что, ну, зачем он здесь нужен? Ну, что так задумался, бабах? Росточка здесь не будет. Окей, допустим. У меня не хватает, да, чуть-чуть? При нанесении урона шаманству усов. Так, усатая эволюция. Даже не знаю. Ну, давай так сделаем, фиг с ним. Пока не будем. Больше ничего не будем делать. Так, пошли ягодки в путь. Что он там... Что он там делает, а? Прокачивается. Так, ну давай вот так вот сделаем. Опачки. Опачки, друзья мои. Вот это вот беда. Всем в лицо сразу же, нормально?
Да, тут как-то. Блин, я даже не знаю, что сделать. Давай поставлю бочку. Так, растение здесь становится неуязвимым. А у меня ландшафта нету, ребята. И это плохо. И это очень плохо. Мне нужен срочно ландшафт. Ну что это, ну... Так, ребят, ну это, конечно... Это, конечно, не то, что я хотел. 2, 2 и 2. Так, он сюда ставит шипы. Где мои все ландшафты? Объясните мне, пожалуйста. Вон, он еще и защиту поставил, прикинь. Так, горячка там у него может быть, насколько я помню. Вот что он решил сделать. Ну и что мне этот котел, блин? Что мне этот котел? Зачем он мне нужен? Ну что ты мне дашь? Курицу он мне подкинул. Так, усы, ну хотя бы усы. 6-3. Блин, фигня, ребят, короче, получается какая-то. Нет ландшафта у меня, вообще нет, не выпадает ландшафт. Ну и тут сейчас забомбит. О, все, это караул. Еще и выпала какая-то дребудень. Да, вот тебе и профессор мозговая такая. Не, ребят, ничего не поможет здесь. Я тебя умоляю. Нет. Это не то, что хотел. Но нам все равно в любом случае придется как-то отыгрывать. Попробуем другую колоду создать. Так, берем. На чем тут... Так, вот этого тоже возьмем. На чем можно сделать? Можно сделать на танцорах, в принципе. Больше тут, по-моему, не на чем делать. Так, про ландшафты главное не забыть. А то мы с тобой... А где ландшафты? Вот. Возьмем мы это. Дальше возьмем вот этого. На танцорах. Стоит ли вообще нам на танцорах делать-то? Гарготюахи нам не выпали тоже ни одной, как ты заметил. Блин, даже не знаю, что сделать-то здесь. Так, в хаотичном порядке набирать все, что есть.
Давай возьмем этих еще. Так, 25, да, только набрали. Двух этих на всякий случай. Дополнительную атаку возьмем так. Я забыл, а вот эти вот у нас с кем контактируют? Когда зомби-лаборант наносит урон, он получает плюс один. Зомби-лаборант наносит урон. Поехали, попробуем такой колодой. Опять же, я тебе скажу, танцоров мы мало набрали. Будет ли вообще от этого толк? Ё-моё, против Цитрона еще. Мне даже не то, что Цитрон, а то, что он имеет высший ранг. Ну, поехали, посмотрим. Кактус, наверное, сейчас поставит. Нет, он превращает... Да. Превратил меня в ханыгу. Так, посмотрим, что у нас здесь выпадет. Да ё-моё, ну что это? Ну, бесполезное, ребят. Так, орех. Он прекрасно знает, что у профессора мозговая атака нету карт, которые могли бы быть на воде. Пропускаем ход. Хочу попробовать вот эту разыграть карту и посмотреть, что там есть. Ага. Ну что это? Ну что это выпало? Твою же налево. Даже не знаю, стоит ли вообще так делать. Да пропустим пока. Стенорех. Три. Бомбанем, да? Я сейчас не заинтересован тогда, получается, ничего выставлять. Я надеюсь, он мне мага не бомбанет вот этого. Он защиту может поставить. Ага. Вот что он делает. Блин, это фигня. Так, подожди, а почему она только... Она же должна повышать атаку. Она должна давать 1 плюс 1. Чё за бред? Чё это я, ребята, растерялся? Она должна была давать нам 1 плюс 1. Одна атака, одна защита. Это что за бредятина получилась? 2-4. С какого перепуга-то вообще, блин? Чё-то я не понял. Я серьезно говорю, я не понял, что за прикол сейчас был. Так, надо будет потом посмотреть, ребят, на карту. Ну все, трындец, мне здесь не разрулить. У меня нету, кто бы мог уничтожить. Кто бы мог уничтожить мне эти орехи? Не предназначен
профессор для вот таких вещей. Ему еще остается только надгробие поставить, и все, ребят. Только лишь надгробие. Так, ну что, давай поставим. Сейчас еще могилоеда подключит, сожрет, да? Наверняка. Или в два ряда начнут орехи тут клепать. Ну, я так и думал. Сейчас начнется вот это у него тягомотина. Поехали. Что делать дальше? Что делать дальше? Вот объясни. Орех трогать нам нельзя. Я не знаю, ребят. Сейчас сюда поставят что-нибудь. А, видишь, что делает? Что у нас тут вариант? Только такой? Я умоляю. Да все, ребят, тут бесполезно. Сдаюсь я, короче. Нет у него ни... ничего нету. Ни газовой горелки, которая могла бы уничтожить здесь всех. Да, профессор. Вообще, вот как вот уничтожать эти... вот яйца даже. Вот как? Зеркальные эти орехи. Нечем, просто нечем. Он к этому не приспособлен. У него нету для этого ничего. Понимаешь? Вот вообще ничего нету. Если это тебе попадается, то все. Ты, считай, проиграл. Вот это, конечно, могло бы, ребята. Но у меня нету их. Вот эти вот. Наносит 7 единиц урона. Но у меня нету. Это карта события, так что... так что поехали дальше. Просто нам не повезло. Опять цитрон, да ё-моё, опять что ли? Вот это как специально подбирает тебе такого противника, которого нельзя одолеть. Если и он на орехах, то все. Но нам нужно нанести, по-моему, 2 единицы урона. Так что, я думаю, успеем. Поехали. Давай, цитрон, быстрее там что-нибудь делай. О, как. Так, подожди секундочку. Давай, наверное, вот таким вот все-таки образом поступим. Угу, котика позвал. Давай вот так вот сделаем. Опять котофей. Погнали. Теперь сделаем вот так. Ага. Неуязвимость. Ну, делай неуязвимость.
Он кого-то хочет, видимо, сделать, да, сюда? Призвать. Ну что же, призывай. Угу. Все, что ли? Блин, сработает, они... Ай-яй-яй-яй, как же плохо, ребят, как плохо. Давай вот так вот сделаем. У него наверняка есть превращение, да? Конечно же, ну как же я так не подумал об этом. Слушай, ну это хорошо, это 2 единицы урона в лицо ему. Поехали. А все, тут выигрыш. Да, это, видимо, он, ребята, еще не разошелся. Он бы тут мог расплодиться, ё-моё. Ну что, сразу выполнили 2 задания. Прекрасно. Так, ну давай еще заграем с тобой, наверное, за Зимеха. Так, изменить. Посмотрим, что там за колода. Такая вот интересная у нас колода здесь, на Зимехе. Это первая. А это что такое? Так, эта колода мне не нравится. Ее, кстати, можно будет сразу удалить. Так, а здесь? А здесь как бы спортивная колода получается. Самая эффективная, насколько я помню, это, по-моему, вот эта первая самая. Давай попробуем сыграть партийку. Как раз выпадает нам гриб. Вот Зимех против гриба, но в принципе, ребята, должен справиться. Должен как бы справиться. Но это не точно. Был бы баллончик бы у нас, было бы вообще шикарно. Но его нету. Опять же, вот здесь, по-моему, у нас мало ландшафтов у этого Зимеха. Ну что там? Так, начнем потихоньку. Медик. Да, баллончика нету, это, конечно, не есть хорошо. 41-й ранг у ночного колпака. То есть человек уже шарит, знает, как играть. Давай-ка вот так сделаем. Началось. Понятно. Да играешься же ты, парень. Так, понял. Поехали. Сейчас будем давить тогда. Вирус и медик. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Нет. Блин, как лучше сделать-то? Давай так.
А сейчас посмотрим, на что, на чем он играет. Он может играть либо на бобовых, либо на грибах. Но мне кажется, что здесь будет смесь бобовых и грибов. Медика я пока придержу. Сколько там? 4 единицы здоровья. Как раз нам восстановит фул хп. У меня до сих пор нету. Мне нужен срочно баллончик. Против ночного колпака по-другому никак. Но у нас есть еще, конечно, спецвозможность, спецудар. Если выпадет вдруг, где мы можем нанести 3 единицы основной цели и по 1 единице всем остальным врагам. Так, ну колпак тут начинает, ребята, что-то сдаваться по ходу дела. Нет. Не сдается, молодец. Угу. Еще один такой. Ну давай поставим сюда. Он, наверное, ждет, скорее всего, набирает себе энергии, чтобы поставить. А, вот ты как делаешь. Окей, поехали. Так. Так. 8 единиц хп осталось у него всего лишь. Блин, ну вот это вот не в тему здесь. Выпало, конечно. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если он сейчас поставит грипп и будет доборы карт делать, ему не поздоровится, ребята. Эти его просто заплюют. Ну, ты понимаешь, да? Если он ставит ландшафт, выставляет грипп, который бьет, он будет, естественно, делать добор карт, а эти ребята будут его бомбить. То есть он сам на себе крест поставит таким образом. Поэтому ему нужно в первую очередь от них избавляться. А вот как он это будет делать, мы сейчас посмотрим. Я не стал, ребята, медиком отхиливаться лично. Я отхилял вот этого нашего шустрого машинника. Ну, походу, все, колпак... А, нет. Я все время думаю, что он сдается, но он не сдается, ребят. Вот это вот зря он делает. Это просто подписывает себе смертный приговор. Погнали. Ты представляешь, вот сейчас бомбанем. Все, ему крышка, ребят. Даже без баллончика справились. За кого еще можно сыграть партийку другую? Я не знаю, ребят. Можно попробовать за разгрома. У меня есть разгром один, я его специально создавал. Наверное, это все-таки другой, вот этот вот. Через гаргантюашек я хотел сыграть, но, видишь, у меня этих не хватает, профессоров. Слушай, ну он 1000 стоит, можно, в принципе, создать. Чтобы их было 2 у нас. Так, подожди. Я, кстати, одного не понял, а где у меня карта, которую я... Сейчас, секундочку, кое-что гляну. Мне нужна одна карта, я вот не пойму, я ее брал или не брал. А, она у нас вот где находится, на супермозге. Вот эту вот карту, ребят, я создал. Но заюзать ее не было возможности. Так, ну что, давай попробуем за разгромчика. Где у нас разгром? Попробуем сыграть за него. Сейчас мы что-нибудь уберем. Тут такая непонятная, ребята, с И вот эту карту я не понял. Или я создал, или... А, мы же ее получили. Так-с. За кого тут? Вместо кого убрать-то? Я даже ума не приложу. Ну, давай, наверное... Нет, этот пригодится. Спортсмена, спортивного одного убрать, может быть.
давай вот так вот сделаем, фиг с ним. И поставим с тобой одного профессора вот этого. Конечно, на самом деле тут должно быть 4 профессора, 4 вот таких вот гаргантюа, и тогда все будет хорошо. Но у меня этого ничего нету, ребят, поэтому пользуюсь тем, что есть. И сколько есть. Вы уж, надеюсь, не обессудите меня, да? За разгрома 1000 лет не играл. Да, неудачно. По-моему, я неудачно взял колоду. Ой, какой... Хотя вот это уже хорошо. Слушай, давай попробуем. Давай попробуем, посмотрим, что... О, и вот это нам дали. Это радует. Угу. Хочу проверить, что он будет делать. Если что, притянем его сюда. Ну и уничтожим, естественно. Не получится, к сожалению, ребята. Ага. Аж вот так вот делаем, да? Ну, поехали. Так, у нас есть вирус. Давай вот так вот я поставлю. Еще прокачивает. Налево. Ладно, поехали. Особого выбора нету. Сейчас на воду поставим с тобой вот этого паренька. Во, началось, ребята. Ты прикинь? Так, надеюсь на защиту. Да фиг там, пока защиты никакой не было. Медик пригодится. Надеюсь, у него нет еще одной. У нас еще медик есть. Это, в принципе, может нам помочь. Так, начнет сейчас пулякать. Ага. Так, хильнемся. Вот этого бы поставить. Ох, как бы ему не повезло, ребята. Но до него еще долго. Решил достать, короче, меня, да? Ладно, потерпим. Хочет все из себя выжать. Я так понимаю, да? Такс. Что, убираем отсюда этого мелкого говнаря? Вот, уже что-то, ребята. Поехали. Так. Посмотрим. Потом вирус еще применим, и будет, наверное, хорошо, да? Ну, это меня не пугает. Ну, как не пугает? Пугает, конечно, но не настолько. Потому что потом мы с тобой поставим медика. Все? Все, поехали. Поехали.
Отлично, сумоист. Погнали. Так, 3-5 в лицо, тут понятно. Так. Ну что тут, ребятушки? Сделаем так. Будем смотреть. Ага. Это ерунда. Погнали. Так, сейчас мы, главное, залечимся. 14 хп, это все-таки... А, 13. Блин, единственное, что он сейчас... Это нам пока не надо. Неужели сейчас подобьет он мне его, а? Ребят, если ему грипп достался, то он уничтожит. Да. Но знаешь, в чем большая его ошибка? Что он, наверное, не знает, что у меня есть вот такой вот гаргантюа. А, мы даже выжили еще. Ух, ну тогда извиняй, парень. Тогда извиняй. Поехали. Я мог бы, конечно, здесь применить, чтобы хиляться побольше, но я хочу раскидать побольше гаргантюашек. Ой, как хорошо-то, ребята. Ой, смачно прям. Ой, великолепненько-то как, а это посмотри. Прям как песня. Замечательно. Просто белиссимо. Ну. Надеюсь, вам понравился этот поединочек. Ну что, друзья мои, на этом, наверное, будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.